Господи Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Не злобим и правим, и прикрываемся мне, я не потерпеться, Господи, избави меня.
Нашего Своим верным поклониться, яко благоволит плоть и
моей души благоустроит. Я хочу жить за старшим на Египте, за старшим душу моей, не предложишь Богу пред собою. Все его Бог помогает мне, Господь вход за стуки души моей, отвратить зла и врагов на имя истины Твоей, кто приберегает. Волю обожгу Тебе, спадем всеми Твоим, Господи, як у благо, як у всякие печали, избавил бы сильно враги моего, зрев Богу моей. Слушай, Боже, мой, мой, не презри, мой, 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 не услыши, но скрытые печали, мой, не спиносы, глаз и даже служение пришлича. Я был конечным и беззаконным, и не прошлого дни. Сердце на смерти, сего не боязнь, смерти на мои знамена. Страх это и ветка, и ты на моя покрытие тьма. И реку даст мне, ты реку, руки, не то еще и почерим. Сел дали себе, и вот это все пусты, и чая Бога, спасающая у меня была душа Бога. Вот и пей, Господи, разгони меня, защитить меня, ты не беззаконие, ты же и пани, и страхи. Не разрушил, и ты простигнал, и Бога запомнит, и посвятение, и правда. И на я сторону говорит, ты ведь, я больше не правда, ты сильно перетрепел, ты говоришь, ты не напит, и меня, но я перелечу, привыкся от него. Ты же человече, равнодушный, владыка мой, знаю, но ты же не наслаждался, естественно, напрашенному, Боже, что ты не ненашлений. Да ведь же смерть на небо стоит в отшире, я был так, как жилище, как посвятение. А с Богом вас так, и Господь, услышал на то, что за утром и погоду по небу разрешил, услышал глаз свой, избавил мир и душу, приближающихся мне, я в том носе, как и со мной. Услышал Бога, смирит я всех вечных времен, и скрыл изменений, я по мне боящихся Бога. Раздрел руку свою на воздержание, стремишься за лет веку, разделившийся в небо лица и выпустившийся сердца и у меня нужно слабосать паче, а не лета сострел. Возвестно, на то, что отвечает твой дух, тебя приписает не даст век Богу и праведнику. Ты же, Боже, изведешь и связанный мне со смирением, уже победи, проголодай дни свои, а же, Боже, будем уповать на тебя. Живые помощи, лишь не Богу, Богу, тебе здорово, возвестно, в чем просто. Я готов избавить от сети волчьих, чтобы сети держат кошмарские мести, все эти ищется. Боже, мой, истинный, мой, лучшийся страх, лишна, будто летящий, как не отвечу, я же спрящий, где собой ты на Богу. Монету вторны твоя, тысячи, мать, что на тебя к тебе же не подвижется. Побачу, лично, на его смотришь, что ты хозяин, на тебя, что подвижу. Я готов, что ты помогай, на его смотришь, Thank you.
Спасение душ наших, Господу, помолимся. О мире всего мира, благостоятельной Божией Церкви и соединении всех, Господу, помолимся. О святом храме, всеми с верою, благовением и страхом Божьим ходящий вонь, Господу, помолимся. Великом Господине, Отце нашему, Святейшем Патриарсе Кирилле, Господине нашему, Высокопреосвященнейшем, митрополите Иларионе, Первой Иерархии Руссурвежной Церкви, честнее Пресвитерству Христе Диаконстве, всем притче людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. О
стране, все властях и воинцах, все верую бла, честим живущих в ней, богохранимой стране российской и православных людях, я в Отечестве России несущих, и о спасении Господу помолимся. Уже избавите люди свои от врагов видимых и невидимых в нашу отведите единомыслие, братолюбие и благочестие. Господу помолимся. Господи, помилуй. Огради всем всяком граде стране, веруя живущих в ней, Господу помолимся. О благорастворение воздухово, изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недолгующих, страждущих, плененных и о спасениях, Господу помолимся. Господи, о, избавитесь нам от всякой скорбы, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я уподобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Thank you.
и паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благо человек и без Бога сей, и слава славе, Oh.
благословляя, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно. Господи, спаси благочестивые и услышаны. Благотворитель ли, благотворитель.
с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Мир тишущему и Духове Твоему, и мудро. Аллилуйя, глас пятый. Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою, усты моими. За не рекал еси, вовек милость созиждется, на небесе уготовится истина Твоя. Благослови, Владыка, благовестица, апостола Евангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола Евангелиста Матфея дадаст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Матфея святого Евангелия чтение. Во время оно влез Иисус в корабль, приди во свой град. И сипленосоша ему расслаблена жилами над релой лежаща. И, видев Иисус, веру их рече расслабленному, дерзай, чадо, отпущается те греси твои. И сенец и от книжник реша в себе сей хулит. И, видев Иисус, помышление их рече, «Скую вы мыслите, лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие рещи, отпущаются те греси, или рещи, восстань и ходи. Но да увести, яко власть им от Сын Человеческий, на земле отпущать и грехи, тогда глагол расслабленному, восстань и возьми твой одр, иди в дом твой, и восстав зем одр свой, иди в дом свой. Видевши же народе чудишася и прославиша Бога, давша власть таковою человеку». Мир тебе, благовествующему. Слово тебе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы, может быть, заметили, что мы стали проповедь произносить после молитвы, после Евангелия. Это потому, что после причастия мы всех приглашаем в зал на запивку и оттуда уже домой. То есть мы не возвращаемся, чтобы не сталкиваться с группами, которые приходят после литургии, чтобы причащаться. И таким образом сохранить эту практику соблюдения дистанции между нами во время пандемии. Ну и вторая причина, конечно, когда говоришь на евангельскую тему, приятно только что услышать и сохранив в памяти главные мысли этого евангельского чтения, оно еще нам свежо в уме. И столько говорят, после Евангелия полагается говорить проповеди, но мы в современной практике мы это делаем в конце литургии, потому что многие приходят уже после проповеди, если бы мы говорили ее после Евангелия. А все-таки живое слово, как бы оно ни было слабо произнесено священником, тем не менее важно, потому что, может быть, мысль священника породит какие-то мысли и, самое главное, к действию тех, кто его услышит. Но мы сейчас услышали евангельское чтение о том, как Господь проповедовал внутри одного дома в Капернауме, его как бы... Капернаум был база Спасителя. Он туда возвращался после проповеди, там жил некоторое время, там жила теща Петра, апостола, которую Христос исцелил и так далее. И вот он, находясь в доме, проповедовал, и очень многие люди стояли в доме, был притык, стояли также снаружи и слушали спасительные слова Христа Бога нашего. И вот вдруг во время его проповеди она прерывается тем, что какие-то люди стали разбирать крышу над головой Спасителя и спускали через это отверстие крыши расслабленного друга, парализованного, и к ногам Спасителя. И видя веру тех людей, которые принесли этого расслабленного, Господь говорит больному: «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои». Но некоторые из книжников и фарисеев сказали в себе, что он хулит. Но Господь, как сердцеведец, сказал им, цитирую сегодняшнее Евангелие: «Зачем вы помышляете лукавые в сердцах ваших? Что легче сказать, отпущаются тебе грехи твои, или встань и ходи? Но узнайте, что власть имеет Сын Человеческий на земле отпущать грехи». Тогда он сказал расслабленному: «Восстань, чадо, возьми одр твой и иди в дом твой». И этот расслабленный мгновенно встал и, как сказал Спаситель, взял его в свою постель и пошел домой. А народ, видя такое чудо, прославлял Бога, и очень многие из них, наверное, обратились и уверовали в Спасителя как Мессию. Обычно Спасителя Господь спрашивал, верует ли просящий о помощи или исцелении, верит ли в силу Божию, которая может его исцелить. Но в данном случае Господь не спрашивает расслабленного, верует ли он, но он, видя усердие, видя предстательство этих друзей о своем больном друге, Господь был так тронут их вниманием, их действием,
что без согласия расслабленного исцелил его. Но мы можем представить себе, а каково было состояние этого расслабленного. Вы представляете себе, лежит человек, лежит больной, парализованный, вдруг поднимают его друзья, не могут втиснуть его в дом и начинают разбирать крышу. И вот все это наблюдает этот расслабленный. Даже если бы Спаситель к нему обратился с прямым вопросом, наверное, расслабленный растерялся, потому что не знал, что происходит с ним в этот момент. Но вот этот случай помощи друзей расслабленному указывает на большое значение, которое предстательство имеет друг за друга. Я имею в виду молитвенное предстательство. Но молитвенное предстательство не должно быть только вот ты прочел имя кого-то о здравии и спасении рабов Божьих Натальи, Анатолия так, и забыл их. Но молитвенное предстательство значит думать об этом человеке, вдумываться в имя этого человека, когда вы читаете. Какое он имеет значение для вас? Что вы для него желаете? Если он враг, естественно, мы, христиане, должны желать не мести, не чтобы Господь наказывал, а чтобы Господь просветил его душу, чтобы он увидел свою ошибку. И, может быть, мы увидим свою ошибку, может быть, мы вызвали в нем или в ней какие-то свои такие чувства. То есть молитвенное предстательство – это не значит читать записку, отложить ее и забыть о человеке, а заботиться, как заботились вот эти люди о расслабленном. И мы должны всегда знать, дорогие братья и сестры, что апостол Павел говорит, молитесь друг за друга, и таким образом исцелеете. Апостол Яков говорит, много может молитва праведника о больном. И так узнает, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. А что может быть выше, что может быть ярче, как может быть ярче выражена любовь, чем через молитву? Вы все знаете, мамы и папы, как мы любим своих детей. И как среди главных молитв, это молитва о наших детях. Мы их любим, мы их всегда помним. И мы поэтому о них молимся. И вот это чувство, которое мы имеем к родным, нам нужно распространить больше и больше на других. Мир наш сейчас в ужасном состоянии. Я не говорю только о пандемии, это биология. Но психологически, духовно враждуют все, такое впечатление. Газеты открываешь, телевизор включаешь, сплошные новости, которые просто ввергают в уныние. Потому что люди забыли Бога. Люди забыли, что мы должны заботиться друг о друге. Как Христос заботится о каждом из нас. Так что вынесем из церкви сегодня, дорогие братья и сестры, вот эти важные евангельские уроки. А главное – предстательство молитвенное. Вот это должно стать для нас важной путеводной звездой нашей жизни. Если будем заботиться, если забудем о себе немножко больше и будем заботиться о других, мы преодолеем свой эгоизм, эгоцентризм, а главное, обретем свое спасение. Аминь. Всем сердце я души от всего помышления нашего Отца. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелитель милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Я
Прежде молимся о великом Господине, Отце нашего Святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем Высокопреосвященшем, митрополите Иларионе, первой иерархе Русско-Зарубежной Церкви и всей во Христе братьи нашей. Прежде молимся о стране, всем властях и воинцам, все веру и благочестием живущим, в ней богохранимой стране российских православных людях, я в Отечестве России несущий, и о спасении и... Еще молимся, Господи Бога нашего, и разбавите люди свои дрова, видимых и невидимых в нас, что ты, дети, единомыслие, братанию, убья и благочестие. Еще молимся о братьях наших, священнице, священномонасих и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших, православных и благочестивых царях и благоверных царицах и всех православных христиан, умученных, убиенных от безбожной власти и создателей стал храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Врачу души и телес, умиление сердца, сокрушенно тебе припадами, стенящего аптеем тебе, исцели болезни, чуй страсти души и телес, рабу твой, болящих Дмитрия, Александра, Евгения, Светлана, Михаила, Евгения, Татьяны, Тамары, Дорофеи, Ирины, Софии, Людмилы, Всеволода, Марии, Людмилы, Ксении, Льва, Анастасии, Йоанны, Отковицы, Ксении, Ираиды, Василия, Владимира, Людмилы, Ольги, Елены, Марии, Ангелины, Ареста, Анастасии, Антонина, Ариадны, Николая, Лидии, Гордея, Веры, Татьяны, Людмилы, Ксении, Фомы, Натальи, и всех на три болезни лежащих, просящих нас, недостойных, молитесь о них, и прости, мега благословить все прегрешения, вольные, невольные, и скоро воздвигни от этой болезни, молимся, услыши и помилуй. Дабы завтра нам и же любить Тебя, Бога нашего и ближнего своего, сотвори до ненависти, обидам, заимства, кровопролития и прочие беззакония прекратятся, и истинная любовь да царствует в людях земли украинской, и молитесь, спаситель наш, услыши и помилуй. Еще молимся, Господи, спасите нашему, еже сохраните в единении правоверия Церкви православной в всем мире, пребывающих, дарвать ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем си, Господи, услыши и помилуй. Еще молим себе, Господу Богу нашему, еже милостивно пощадите нас от губительного поветрия на движимое, избавите верные люди Твои от смерти душевной и телесной недугующим, исцеление и здравие подати нам же всем Твое божественное ограждение и заступление. Молим Тебя, милосердие Господи, скоро услыши, милостивно помилуй. Еще молимся о плодоносящих, добродеющих, осветимися честнем храме, всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, не гниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия недвижимого, пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, покаяние и с теплою верою, сокрушением сердечным Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему, припадающих
и на милость Твою уповающим, Твоему, если же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помолитесь о оглашении Господи вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды, соединит их святей своей соборней апостольской церкви, спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваше, Господи, вы преклоните. Дайте с нами славе, Господи, великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Елите оглашение, зайдите. Оглашение, зайдите. Елите оглашение, зайдите. А никто от оглашенных елит. Верни, паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудрость. Как подобает тебе всякая слава, честь и поклонение. Паки, паки, миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святым храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудрость. Я бы поддержал волю Твоею, всегда хранили. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
патриарха Московского и всея Руси, Свято Троицы Сергия Лавры, священа архимандрита и господина нашего высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита восточноамериканского Нью-Йоркского, первого иерарха русско-зарубежной церкви, да поминет Господь Богу Царствие Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Страну сию, власти воинства и я, и верую живущих в ней, богохранимую страну российскую, и православные люди, и я, во отечестве и в России несущие, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Священство монашского Христе Дьяконства всех пленных и стражи веры православную, Создателя, Благотворителя, Благоукрасителя, Братца и Сестричица и Пеща и члены Святого Храма Сего, да поминет Господь Бога Царствия Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Всех болящих, унывающих, не имеющих, кого молитесь о них, и просящих нас, недостойных, молитесь о них. Господина блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины, и гонимое паство его, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священство, братья диаконы, молитву нашу, Господи, верь. О предложенных честных даре Господу помолимся. О святом храме, семи с верою, благовением и страхом Божьим, ходящий вонь Господу, помолимся. О избавитесь нам от всякие скорбы, гнева и нужды Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Вне всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и добрый ответ на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего с ним же благословение сы, и мы будем жить вряжем Твоим Богом ныне и пресни во веки веку.
мир сим. Возлюбим друг друга до единомыслия в исповемы. Премудростью вон мне, верою во единого Бога Отца Вседержителя, во Отца неба и земли видимым же всем невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рождена не сотворена и насущна Отцу и же вся жизнь, нас ради человека нашего, ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечася, распятый во жизненный при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенную, и воскресшего в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки идущего со славою судить живыми мертвых, и Божие Царствию не будет конца. И Духа Святого Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славно проголошеву пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение во оставление грехов, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добры, станем со страхом в уме, святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Тысячи архангелов и тьмы ангелов, Иеремии, Серафимы, Шестокрылатые, Многоочите, возвышающиеся пернатые. Победную песнь поющая, вопиющая,
взывающе и глаголюще. Свят, 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 Господь, Святой, исполненный
Бога Господина и Отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха, Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергиевой Лавры, священного архимандрита, и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Нериганского и Нью-Йоркского, первого иерарха Русской зарубежной церкви, их же дару честным Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое я, истины. Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся святые, поминувши, паки и паки, миром Господу помолимся. О принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Якуда человека любит Бога наш, прием его святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознес послет нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно-наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа испросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Yeah.
Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Хотя я есть человече тело, Боже, приступи за небо, лишь все умы Твои. Боже, скажи, если я просто учение, первые привелись, эти отвечавшие, даже не рисая, тая, стыдная, прашенная, чтобы не вешать причастие, страшная жертва, животворящаяся тело, Господи,
священными книгами Матфея. Или должен был поклониться ко храму Святого Трона, церковляется на Божий, но воплощенный младенец Матфея во имя Отца и Сына и Святого Духа. Посреди церкви Господеется, воцерковляется на Божий, но воплощенный младенец Матфея во имя Отца и Сына. Отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видит сточенное спасение Твое, еже еси уготовы пред лицем всех людей светло откровений языков и славы людей Твоих Израиля. Матюша, повернись и поклонись. Матюша молодец. Вчера его крестили, он разными пиками плакал. Вы очень рад, что ты съелся, да? Все, садись, ты будешь первым очищаться. Хорошо? Но до того, как будем очищать вас всех. Хочу сделать несколько объявлений, потому что после причастия уже вы разойдетесь по домам. Будет возможность. На этой неделе, дорогие братья и сестры, во вторник мы празднуем явление Казанской иконы Божьей Матери. Я думаю, я не должен православным людям объяснять значение иконы. Сегодня молебен и акафист мы отслужим во вторник в 6:30 вечера. А после акафиста высокопреосвященнейший митрополит Иона проведет очередную беседу из серии «История православия в Северной Америке» в 7:30. Это будет онлайн, то есть надо выйти в интернет. И я инструкции по этому поводу пошлю сегодня, либо сегодня, либо завтра утром позже в нашем еженедельном сообщении «This week at St. John's». В субботу мы празднуем икону, чудотворную икону сербскую Троеручица. И в этот день в 8:40 мы совершим в часы и божественную литургию для семей с детьми, как мы это сделали вчера, по-моему, успешно. В субботу следующую всеночную, обычное время 5 часов вечера, и в воскресенье следующее две литургии, как всегда у нас в воскресенье. Так что на все эти богослужения, к сожалению, все еще надо записываться по интернету. Так что вот на нашем сайте, на первой странице вы найдете сразу объявление об этом, так что не откладывайте до четверга, пятницы, иначе вы не получите место на одном из этих богослужений. И также, когда пойдете за запивкой в зал, зайдите в киоск сестрический, они продают не только сувениры, книги, иконы, они также продают еду русскую. Так что вы можете купить, поддержать сестричество, приехать домой и не заботиться приготовление обеда, а просто сели за стол, открыли пакет и покушали. Вот как хорошо, привлекательно, да? Так, дорогие братья и сестры, сейчас послушайте, пожалуйста, исповедь, затем я прочту разрешительную молитву,
кайтесь от всего сердца, как будто вы передо мной Евангелием каетесь на частной исповеди. «Исповедую Господу Богу моему все мои бесчисленные прегрешения, которые я сотворил до настоящего дня и часа, делом, словом, помышлением. Ежедневно, ежечасно согрешаю неблагодарностью к Богу за Его великие и бесчисленные мне благодеяния и всеблагое промышление о мне грешном. Согрешил я празднословием, осуждением, непокорством, гордостью, немилосердием, завистью, гневом, оклеветанием, невниманием, нерадением, небрежением, беспечностью, дерзостью, раздражительностью, унынием, воздаянием зла за зло, ожесточением, послушанием, роптанием, самооправданием, прикословием, самочинием, своеволием, укорением, злоречием, ложью, смехом, соблазном, самолюбием, честолюбием, чревоугодием, излишеством пищи и питья, тщеславием, леностью, принятием нечистых помыслов, многоспанием, нечистым воззрением, опущением службы Божией по лености и небрежению». Ну, это бывает, конечно, но в настоящее время, думаю, мы не столько грешим в этом смысле, потому что, ну, пандемия, никуда не денешься. Простите, я отвлекся. «Рассеянностью на молитве церковной домашней, делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязаниями, прочими моими чувствами душевными и телесными, во всех моих согрешениях каюсь и прошу прощения. Еще каюсь и прошу прощения во всем том, что по неразумию и забвению не исповеду». А теперь разрешите на молитву. Преклоните головы. Господу помолимся. «Господи Боже, Спаситель рабов Твоих, милостивый, щедрый, долготерпеливый, сожалеющий о наших злых поступках, не хотящий смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, Ты сейчас умилосердись о рабах Твоих, подай им чувство покаяния, прощения грехов и освобождения от них. Прощай им всякое согрешение, вольное и невольное. Примири и присоедини их к святей Твоей Церкви. Через Иисуса Христа, Господа нашего, с которым Тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, простит вас все согрешения ваши, и я, недостойный иерей, его властью данную мне, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Мы будем из двух чаш причащаться, вот с одной и с другой стороны, чтобы здесь создадите две очереди. Приступите. Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный, спаси одних же первые, первые еси мас. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, ежесловом, ежеделом, ежеведним и неведним. Исподоби меня неосужденно, причаститесь о пречистых Твоих тайн, Господи, во оставлении грехов моих и жизнь вечную. Вечери Твои я тайные днесени, Боже, причастника и причастницу мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Аминь. Thank you.
спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. И во веки веков. Боже, святых, пречистых, бессмертных, небесных, жутрящих, страшных, что вы тайно, стойно, благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. День высвящающийся от мира безгрешный, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты еси освящение наше, и Тебе слава, слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Смиренно и сидим. Ой, не разомни. Господу помолимся. Благословляя, благословящий, легко освящая, на Тебя уповающая, спаси, люди Твоя, благослови достояние Твое, спаси, церкви Твои, я сохрани, освяти любящего, благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави Божествию Твоею силою, не остави нас уповающих на Тебя, мир, мир в этом и даруй, церквам Твоим, священникам, всем людям Твоим, как и всякое деяние блага, всяк дар совершенств свыше есть, сажая Тебе, Отца Света, и Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресно и во веки веков. Благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитве пречистая Своя Матери, святого славного пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна, и живо святых отец наших Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустого Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца, преподобного Сизоя Великого, мучеников Марина и Марфы, чады, Альвифа, Факса и Аввакума, и с ними Кирина, Валентина, Аствия и прочих мучеников, и Савра, Диакона, Иннокентия,
Феликса, Ермия, Василия, Руфи и Руфина, святые Юлиани и Девы Княжны Ольшанской, преподобного Сисоя Печерского, новосвященномученика Симона, епископа Уфимского, их же и памятный несовершаем святых и праведных Бога Отец, Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку любя.